правда, в изюме-то, да? За изюмом. Ну, лес. Лес берем. Да. Да. Ну, я туда больше. Я туда больше не пойду. Почему? Да, у нас от роты осталось 26 человек. А было сколько? Почти 90. Не буду я больше контракта подписывать. Да нахер он нужен? А вы еще на год подписали контракт? Чему на год? На 3 месяца, да, мне 1.5 месяца осталось. Спецназ, одно слово, спецназ. Зашли, они вчера, мы-то, блядь, 2 дня там просидели и проночевали. Спецназ зашел, пиздюлей за час получил и убежали нам. Вот тебе и спецназ есть. Не хочу больше быть в пехоте. Надоело. Ну. Психика ломается, блядь. Уже и ночью снятся эти трупаки, блядь, в пизду. Ну. Наебали нас деньгами. Вот тебе и государство. Это адвокат что глядела ваши эти вот контракты и сказала, вот. Это Фишкина бумажка. Что они им за какой-то год, говорит, за 2007 подсунули? Что это, говорит, за бумажка такая? Это контракты, это не контракты, говорит, а говно.